Что сейчас к нам присоединится политолог Глеб Олегович Павловский. Глеб Олегович, здравствуйте, слышите ли вы нас? Здравствуйте, слышу. Как вы оцениваете то, что сейчас происходит, что партия раскололась, и на ваш взгляд, какой ваш комментарий к таким смелым заявлениям Михаила Прохорова, и фактически он бросил перчатку Владиславу Суркову? Я думаю, что это, конечно, это сильный шаг Прохорова, но куда, собственно? Потому что движение, посвященное борьбе с Сурковым, помимо некоторой практической бесполезности, оно недостаточно привлекательно для, собственно говоря, широких слоев правого класса. Поэтому он суживает базу потенциально любого, какую бы партию он ни создавал, но на этом остановиться он не может, он должен куда-то идти. А с другой стороны, всем удобно возникновение такой силы, такого мяча на арене, потому что его можно разыгрывать. Всем, вы сказали, удобно, кому? Путин все очень, так сказать, мужественно и красиво. И я думаю, что это используют, этот шаг используют все без исключения политические силы, как парламентские, так и непарламентские. Единой России же это тоже удобно, потому что у нее появляется образ такого номинально страшного врага, которого ей не доставало. Но мне кажется, что не надо было самому отказываться от правого дела, а предоставить эту заботу другим, ситуация была бы более чистой. Михаил Прохоров, вот в последнюю вижу информацию на ленте интернет-издания «Газеты.ру», он назвал «Правое дело» кремлевским проектом. И, собственно, под этой эгидой призвал своих сторонников выйти из партии. Ну, здесь возникает сложность, потому что ведь Прохоров в этом проекте, который называют «Кремлевский», участвовал. Теперь ну, то есть он возникает... знает, о чем он говорит, по всей видимости. А? То есть он знает, о чем говорит, по всей видимости. Вот, поэтому у него могут спрашивать, а друг, зачем ты участвовал в кремлевском проекте, если тебе не нравятся кремлевские проекты? Или они тебе нравились, и теперь они тебе стали нравиться? Понимаете, это сложная схема. По-моему, он несколько запутывает своих потенциальных избирателей, кто бы они ни были. И кем бы он ни хотел быть. Но это, конечно, очень серьезный кризис Суркова, безусловно. Потому что ситуацию доводить до такого состояния нельзя, в принципе. И это не поощряется в администрации президента. То есть вы считаете, что в этом есть ошибка и замглавы президентской администрации, Владислав Юрьевич? Я не знаю, я здесь опираюсь на, так сказать, ту информацию, которая оглашена публично. Если это так, как он говорит... Прохоров, в смысле? Да, Прохоров, Сурков пока не изложил свою версию событий. А если вы думаете, так, изложит, говорит, кстати? Прохоров, то тогда... Значит, конечно, имел место избыточное давление. А вы думаете, Владислав Сурков выступит с неким формулированием собственной позиции? Я думаю, что я не могу за него говорить, как вы понимаете. Но я думаю, что может возникнуть такая ситуация, да, что ему придется выйти. Он же выходит в публичное поле иногда. Может быть, ему здесь придется выйти или его попросят выйти, двусмысленное выражение, в публичное поле и объясниться, потому что как бы получается, что администрация президента чрезмерно
чрезмерно была заинтересована в этом проекте. Глеб Олегович, последний вопрос, время заканчивается, да, у нас в эфире. В самом начале нашей беседы вы сказали, что вот такой демарш против Суркова, он бесполезен. В том смысле, что никаким результатом, так, например, к тому, что Сурков покинет администрацию, не приведет. Вы вообще в этой борьбе за кого вы проголосовали, на кого поставили? На Михаила Прохорова или на Владислава Суркова? Я сказал другое, что этим можно заниматься, каждый из нас может заниматься, поставить перед собой задачу добиться увольнения Суркова или что-то делать, но создавать ради этого политическую партию с этой целью как главной довольно бессмысленно. И все-таки вы на кого ставку делаете? На Прохорова или на Суркова? Вы за красных или за белых? Ставку на что? Тогда, чтобы ставка была равномерной, надо ставить, Прохоров должен ставить свои капиталы, а Сурков свою должность. Во всяком случае, на «Свободе» появился некий аналог, субститут, политический субститут Ходорковского. Это довольно интересно и, я думаю, всех заинтригует. Спасибо большое, Глеб Олегович. На связи с нами был Глеб Павловский, глава фонда «Эффективная политика», политолог.